Молдова пытается повлиять на выборы в Приднестровье. Накануне молдавские власти не пустили в Приднестровье многих российских политологов и общественных деятелей, которые хотели быть наблюдателями на выборах. Депутат Госдумы Константин Затулин в интервью ТСВ объяснил всплеск антироссийских действий со стороны властей Молдовы. Нынешнее поведение властей Молдовы, даже на фоне всех предыдущих эпизодов в разные времена, когда кого-то из российских представителей демонстративно не пускали в Приднестровье, носит беспрецедентный характер. В Молдове, как мы видим, чрезвычайно важно навредить любому процессу в Приднестровье, в том числе демократическому, для того, чтобы затем продолжить свою тактику непризнания существования Приднестровья и отказа от реальных переговоров по приднестровскому регулированию.